Платить и экономить. С 1 апреля в Керчи начнет действовать дифференцированный тариф на воду. Как теперь будет рассчитываться стоимость подачи ресурса? Есть ли преимущества у нововведения? Расскажет Дарья Зимина. Сэкономить деньги при расчете оплаты за воду жители города-герой смогут только если в их квартирах установлены счетчики. Для тех абонентов, которые в месяц тратят до 3 кубических метров, цена составит 25 рублей 24 копейки из расчета на одного человека. Последующие 2 куба будут стоить 31 рубль 55 копеек. Если объем потраченного ресурса превысит 5 кубов, стоимость вырастет до 78 рублей 88 копеек. За 7 и свыше горожане будут платить сверх нормы по 173 рубля 53 копейки в месяц. Мы сейчас проводим оповещение жителей для того, чтобы они пришли, обратились к нам в абонентскую службу и сверили данные по количеству проживающих, которые у них проживают фактически, с теми данными, которые есть у нас в абонентской базе. Дифференцированный тариф направлен на рациональное использование водных ресурсов. В Керчи этот способ расчета будет действовать во время курортного сезона. В октябре жители вернутся к прежней схеме оплаты за услуги водоснабжения. Изменения не распространяются на водоотведение. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Новости 24, Керчь.